говорить, Александр, послушать президента у тебя. Мы сейчас начинаем наше пятое мероприятие серии «Институтных бесед» тема будущего. И очень довольно знаменательно, что оно проходит в то время, когда наш президент параллельно говорит с народом. Потому что в его выступлении, вот мы частично послушали, он касается очень многих вопросов, именно тех, которые близки нашей сегодняшней встрече. Потому что там они касаются жизни народа, нашей страны. И сегодня мы каждый раз подчеркиваем, что формат нашего мероприятия специально подобран именно так, чтобы в нем не было места ни политическим страстям, ни национальным религиозным раздорам. Нас и так очень много хотят поссорить. И мы, наоборот, делаем противовес, пытаемся сделать это. Но есть вот то, что не подвластно никаким внешним воздействиям. Это духовное единение людей, которых объединяет система ценностей и тот культурный код родившихся в СССР. Ну, где вот мы все здесь именно такие есть. Поэтому я сейчас передаю для приветственного слова слово президенту фонда «100 лет СССР» Андрею Евгеньевичу Кудинкову. Андрей Евгеньевич, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Я понимаю, что программа у нас немножко изменилась. Ольга Мироновна потом одновременно с своим приветствием начнем работать по программе. А мне остается такое небольшое приветствие. А подписание, понимаю, перенести на 3 часа. Да, подписание мы должны перенести на... Перемещаем, чтобы программу поменяли. Мне очень приятно видеть наших соратников и людей, которые активно занимаются, особенно молодежью. Да? Я тут случайно узнал, что с лагерь бригады молодежь тоже помнит, знает. И это было таким довольно таким удивлением. Да? И волей-неволей нам приходится заниматься экономикой, да, и это составляющая довольно, как ни странно, таким серьезным сегментом идет в нашем проекте, да. И вот мы тут в Голосово довольно активно спорили насчет того, что они прописывают в плане реализации стратегии выхода страны антикризисной программы, подписали план работы, приняли, да, и там есть наука, вузов, наука в учреждениях, в институтах. В то же время система, которая связана с тем, что они роботов закладывают в школе, ну, пока там есть ЕГЭ, никаких дальше научных сегментов, ни в вузовской среде, ни академической не предвидится. Да? Это составляющая довольно сильно вредит сейчас нашему развитию государства, и опыт, который имеет Советский Союз в этом отношении, является, я считаю, таким уникальным. К сожалению, сориентировать новые власти и как-то сегментные их на вопросы эти, чтобы они целостно воспринимали действительность. Обратите внимание, это важная задача. Поэтому приятно, что уже второй наш круглый стол посвящен работе с молодежью. Вот. Я сам как бы профессор преподаю, у меня есть там студенты тоже молодежь. И, как ни странно, вот сейчас я приехал как раз с форума экспорта и импорта, и очень много людей сейчас перекладывает обязанности, вовлекает молодежь. Наши сволочи составляют 90% наших аппаратов. По многим организациям, которые мы ведем, это тоже приятно. И если нам удастся активную часть молодежи все-таки концентрировать на наш с вами проект, будет здорово. Спасибо за внимание. Тогда я жду подписания и передаю слово тогда дальше ведущему. Благодарю. Ну, дорогие друзья, в 2022 году наступает очень интересная масштабная дата, столетие страны, в которой все мы с вами родились. И это очень хороший повод вспомнить все то лучшее, все то светлое, что было сделано во времена СССР, с тем, чтобы перенести его нынешнему поколению, показать его, донести его и сделать основой
будущего, того образа будущего, который сегодня ждет весь мир и с которым Россия должна выйти к миру. Но в 22-м году будет еще одно знаменательное событие. Это столетие ровесника СССР, выдающегося мыслителя, как он говорил, гвардии-капитана авиации Александра Александровича Зиновьева. Я хотел бы привести одно из его высказываний. Я считаю советский период вершиной российской истории. Не будучи апологетом коммунизма, я считаю этот период поистине удивительным. Пройдут века, и потомки будут с изумлением, с восхищением изучать это время, поражаться, как за удивительно короткий срок в стране, жившей в кошмарно трудных условиях, было сделано так много. Да, было и много плохого, были преступления, ошибки, разочарования, но все равно это была величайшая эпоха в истории России и один из важнейших феноменов в истории человечества. Вот сегодня в российском обществе сформировалась насущная потребность переосмысления самого феномена СССР, единственного в мировой истории государства, в основу создания которого лежала идея построения нового справедливого общества. Но было еще одно большое достижение советского времени, о котором мы говорим, это бесплатное и качественное здравоохранение. И оно было доступное всем. И я хотел бы сейчас пригласить к разговору Игоря Алексеевича Гундарова, подключить и спросить, вот 100 лет СССР, что мы можем взять и что впереди? Спасибо большое. Вы большое дело делаете, Максим Юрьевич. И вот эта наша сегодняшняя встреча, она чрезвычайно актуальна для того, чтобы разобраться, что нам делать, куда двигаться, что из прошлого, что нового. И, кстати, вот одно из того, что появилось в наше время, это формируется социальная медицина, которой не было в прежние годы, где мы, врачи, осознали, что общество – это тоже организм, страна – это тоже организм. И так же, как вот есть муравьи, есть муравейник. И муравейник тоже может болеть, его тоже надо лечить. И эту мысль высказал когда-то Александр Зиновьев. Он ввел понятие «человейник». Вот мы человейник. А значит, должна быть какая-то специальность, которая лечит. Мы обычные врачи лечим отдельных человека, а должен кто-то лечить человейники. И вот эта социальная медицина ставит сейчас вопросы, а что происходит со страной. Значит, должны быть специалисты по лечению человейника. Дальше, а планету Зиновьев назвал человейник человейников. Это тоже организм, для которого тоже требуются специалисты. Вот эта специальность, я горд тем, что она зарождается на нашей территории. Но вот что должен теперь как социальный врач сказать, что очень часто мы собираемся и вспоминаем, мне чем-то напоминает, вот как на поминках, вспоминаем давно ушедшие, усопшие, а надо, мне бы хотелось не только перечислять, как было плохо, а куда дальше-то идти. И вот прекрасный был доклад Игоря Сергеевича о новом дивном мире, куда-то нас ведут. А куда мы поведем? Вот мы все возмущаемся, Клаус Шваб, цифровизация, обнуление, хотят, на самом деле они признались, это восхитительно услышать от этого уровня, что капитализму конец. То есть то, что сказал Владимир Ильич, империализм как загнивающий, умирающий, а что такое 80 лет, это для истории труп. Вот он прав, вот конкретно уже те наверху говорят, труп. Смердит и начинают искать ответы. А мы возмущаемся, что они ищут ответы. Да, скажите им спасибо. И цветы туда положить надо, на крышку гроба.
А теперь, а мы что можем предложить? Что мы-то должны предложить на фоне уже усопшего капитализма? А вот здесь огромные восклицательные вопросительные знаки. И в том числе нам нужно понять, а почему же взорвался Советский Союз? Вот сейчас с позиции социального врача. И мы приходим к выводу, никто нас не обманул, никакие жидомасоны нас не переиграли, никакие перевертыши. Мне было бы стыдно, если бы этот великий народ обманули там десяток перевертышей. Значит, было что-то другое, более фундаментальное. Здесь уже тональности в этом плане звучали. И вот чтобы разобраться, нужен научный подход, причем научный, беспристрастный. И вот 25 лет тому назад для решения этих задач была создана группа, мы особенно нигде не фиксировались, ассоциация независимых ученых. Спрашивают независимых от кого? От своих политических убеждений, от своих идеологических установок. Вот так хочется вот что-то от души болеть. А это уже когда душа включается, это уже не совсем ученый, потому что нужно быть максимально беспристрастным и не бояться говорить правду. Кто еще скажет, как не ученый? И вот в этом плане я бы разделил, Ольга Мировна, два понятия. Антисоветчик и диссидент. Антисоветчик – это тот, который ставил себе целью уничтожить Советский Союз. А диссиденты – это были те, которые хотели сделать, чтобы Советский Союз был лучше. Вот Александр Александрович Зиновьев – классический диссидент. Позвольте вам… Так, я его знал, мы с ним… Секундочку, я договорю. Да. Я с ним встречался неоднократно. Мы на эту тему говорили неоднократно. Я просто говорю, как ученый, как коллега. Я тоже в тот же институт философии ходил, откуда… Александр Александрович, да, из Института философии Академии наук СССР. И диссидентами были Евтушенко, Вознесенский, Ножкин, великие наши ученые. Мы хотели сделать Советский Союз лучше. А почему не получилось? А потому что наука отстала, и она до сих пор, наука отставшая, не понимает, что рождается новая формация. Я хочу опять процитировать Александра Александровича, одна из мало цитируемых работ, где он говорит, мы с ним здесь солидарны на 100%. Он говорит, рождается что-то новое, пока непонятно что, но рождается что-то новое. Рождается новая общественно-экономическая формация. Еще прошу прощения, никогда Александр Александрович не поддерживал Путина. И он его считал либералом, антисоветчиком, поэтому нужно, это разные вещи. И то, что вот мы имеем сейчас, ну 20 лет, ученые мы или не ученые, совесть у нас есть или нет, но вот это вот мы развели, 20 лет прошло, посмотрите, в каком катастрофическом положении. И что, царь не отвечает за это? Наверное, надо включить его в список лиц, которых требует серьезного научного подхода для того, чтобы разобраться, куда идти нам дальше. Дальше и еще. Ну, у нас классовое общество. Ну что мы пинаем бедных детишек, которым хочется машина? Ну у нас классовое общество. Если есть дворцы, если есть по 13 яхт, ну понятно, молодой туда тянется. И более того, в Государственной Думе кто? Наиболее богатые. Ну что мы как вот ходим как кот вокруг тарелки с горячей кашей. И это вот я сейчас перечисляю. Все социальная медицина. Нужно лечить страну. Потому что вообще-то мы говорим много о духе, а дух мертвящий у нас. Вот я занимаюсь психосоматикой. Даже у меня монография вышла. Психодемография. Оказалось, в том числе сперматогенез зависит от социальной атмосферы. Настроение хорошее или нехорошее. Я творец или я раб. Поэтому у нас сейчас мертвящий дух. А в мертвящем духе в зоопарке не будет размножаться народ. Это вот я с позиции медицины. Вот теперь тогда, а что бы я взял из СССР? Итак, вот нам нужно строить, опять обращаюсь к Александру Александровичу, рождается новая общественно-экономическая формация на плечах коммунизма. Как все, так и формация имеет рождение, взлет и закат, и рождает после себя следующий строй. И вот мы сейчас присутствуем, это я говорю опять как социальный врач, при рождении нового ребенка.
А мы пока не понимаем, не видим, что это рождение. Думаем, что это колики в животе, запор, даем слабительное. Нам нужно понять, вот уже воды отошли, извините за медицинскую терминологию, но она очень-очень подходит. И мы, советский народ, впервые осознаем, рождается новая формация. И нам быть акушерами, нам принимать роды. И понять нужно срочно, посмотреть, какое предлежание, какое сократительная активность матки. Вот что сейчас происходит. И спасибо большое за нашу встречу. И вот здесь, что бы я сделал из Советского Союза? Однозначно, всю систему здравоохранения, ну, разрешив только частную практику. Туда пошли 4-5% не больше. Полностью образование и социальный лифт. Полностью культуру. Полностью социальную сферу. Полностью науку. А вот теперь, а что бы я ни взял? И, может быть, не от этого ли взорвался Советский Союз? Первое. Как выбирать власть? Каков механизм формирования власти? Почему мы об этом не говорим? Я не хочу заниматься политиканством, но науке доступны все сферы жизнедеятельности, в том числе и политическая сфера. Вот я как ученый задаю вопрос, насколько существующий механизм отвечает требованиям Конституции, где 3-я статья говорит «народ хозяин страны». В Советском Союзе вопрос тоже не был решен, потому что у нас была не советская власть. По Конституции у нас советская власть закончилась в Конституции 1918 года, а в 2024 год уже пошла парламентская республика, а не советская власть. 1924, да, прошу прощения. Следующий вопрос. А контроль над властью должен быть или не должен быть? Любая сложная система функционирует. Анохин написал теорию функциональных систем, опережающая отражение действительности, акцептор, положительная обратная связь, отрицательная обратная связь. Не было этого в Советском Союзе. И сейчас нет. И мы бессильны перед тем, что происходит наверху, а наверху ведут сейчас нас к войне. Ну, посмотрите, мы доигрались, война на пороге. Дальше. Как включить в экономику потенциал индивидуальной собственности и кооперативной собственности? В советские годы тоже эта тема не разработана была. А у каждой из них есть свой потенциал, своя энергия. Дальше. Как обеспечить гармонию прав общества и прав личности, отдельного человека? В Советском Союзе это тоже не было. И вообще права человека у нас когда появились, это выражение? В 85-м году. И все мы бросились, помните, визитки делать, чтобы почувствовать, что я вот здесь на бумажке написано, что это я. Это нужно тоже решить. Дальше, теперь уже насчет фундамента. Оказывается, не только по Марксу бытие определяет сознание. Здесь правильно говорили, что культура тоже, она уже в базис идет. Значит, у новой формации не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие. А это, прошу прощения, уже не коммунизм. Это вот как раз рождается что-то новое. И Маркс-то и говорил, не выдумывать нужно, в реальной жизни видеть ростки. И вот у меня я заканчиваю чем? Да, вот этим открытием новой формации мы занимались 24 года. И название у нее, значит, суть... объединить права общества и личности, социума и гуманнуса, социогуманизм. И вот сейчас это движение начинает набирать обороты. Мы вдруг почувствовали, что необходимо нам быть и выходить из тени, а у нас большой коллектив за это время прошел через эту работу. И недавно, буквально на днях, Общероссийское офицерское собрание, а слово офицера это то, к чему сохраняется уважение и доверие, мы сейчас объявляем, объявляем проведение, подготовку к Всероссийскому собранию, чтобы обратиться ко всем умным, толковым, давайте ваши модели образа будущего с тем, чтобы, ну, по определенному формату, чтобы не 1000 страниц, чтобы к концу года провести обсуждение. И обратившись ко всем лидерам, в администрацию президента, давайте сядем и начнем не просто плакать, а пропишем, вот так же, как врач, рецепты. Да, сигна, смешать по одной столовой ложке 3 раза в день, вот точно так же, прописать то устройство, которое должно выйти, которое в состоянии решить те проблемы, которые мы здесь перечислили. Это и будет как раз
я точно знаю, советский народ жив. И вот это будет творчество советского народа, и причем 30 секунд еще, вот коронавирус сейчас пропахал все страны мира, огромная межа, борозда. Слева народ, справа власть. И весь мир вдруг ощутил, что на самом деле дальше так жить нельзя. И кто же тогда скажет эту правду? И вот я чувствую, что, наверное, этому народу, где был когда-то Зиновий, придется сейчас снова вести за собой человечество, так же, как случилось в 1917 году. Спасибо. Как было всегда, Россия предала нас спасти мир.